Красиво, да, кефир, видишь, кефир. Красавец. А еще Марта, Сойер и Юня. Каждому вместе с именем, забота и любовь. В тесноте да не в обиде. В доме Ильяса Халитова павлин уживается с курами, а попугая со снегирями. Сколько пернатых, пенсионер и сам сбился со счету. Но точно больше сотни. И все уникальны. Они все любимые у меня. Самому никогда отпуска не бываю с ними. Никуда не уходить. Даже болеть не дают. Голуби помогают даже жонглировать. Любовь к птицам привела Ильяса Халитова в цирк. Больше 20 лет он проработал дрессировщиком. Вместе с пернатыми пенсионер объездил всю республику. Труппа распалась. Бросить крылатых мужчина не смог. Так в доме поселились первые птицы. Это птичье царство пополняется регулярно. Зачастую раненых животных приносят соседи. Щеглы, скворцы, свиристели, редкие куры и с каждым на своем языке. Любви пенсионера хватает всем. Летом пернатые живут на воле, а зиму коротают в доме. До 6 тонн зерна за зиму съедают птицы. Для любимцев Илья специально выбирает отборное лакомство. Но они вот далеко увозишь, они все равно прилетают. А у них этот дорога сразу находит они. Он им любовь, а они взамен верность. Форточка у пенсионера всегда открыта. Только покидать дом пернатые не хотят. И жарким летом, и студеной зимой они поют в унисон с хозяином. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Арский район.